Последствия жуткой аварии – исковерканный легковой автомобиль и пятеро человеческих жертв. По словам очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости по незаконченному проспекту Астаны. Вероятно, водитель не справился с управлением, машина не удержалась на дороге и вылетела в кювет. Мои дети спали во дворе. Еще было очень темно, когда услышали сильный грохот. Испугавшись, они спрятались под одеялом. А утром мы увидели ужасную картину. Побитый автомобиль, рядом с которым лежат люди без признаков жизни. Соседка незамедлительно вызвала скорую помощь. Как удалось выяснить, в легковом автомобиле находилось шестеро друзей. Пятеро молодых парней скончались на месте, а шестому чудом удалось выжить. С многочисленными травмами пострадавшего доставили в областную клиническую больницу. Парень до сих пор не может поверить в то, что его пятеро друзей погибли в этой аварии. За рулем сидел один из моих друзей. Мы ехали спокойно, но здесь неожиданно трасса закончилась. Он пытался остановиться, однако скорость не позволила, и он вырулил, после чего я потерял сознание. Когда я открыл глаза, рядом со мной лежал мой друг. Сотрудники областной клинической больницы считают, что парень родился в рубашке. В 8:00 к нам поступил больной Таджибаев Бекмурат с диагнозом закрытый перелом бедренной кости со смещением костных отломков и плюс множественной шубы тела. Со слов больного получили автодорожную травму. В данный момент состояние больного тяжелое, стабильное. Значит, больному оказана помощь, планируется операция в динамике. Врачи намерены пострадавшему провести операцию по новейшим технологиям, после чего он сможет встать на ноги в ближайшее время. А местные жители, что стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия, рассказали, что аварии на незавершенном строительстве проспекта нередки.